В региональном управлении Роспотребнадзора провели день открытых дверей для предпринимателей. Специалисты напомнили о правах и обязанностях, разъяснили последние изменения в законодательстве, которые касаются бизнеса, ответили на вопросы. Повысить качество товаров и услуг, донести до предпринимателей информацию, чтобы сократить количество нарушений, не наказывать рублем, а предупреждать. За последнее время количество плановых проверок специалистами Роспотребнадзора снизилось в 3 раза, зато возросло количество внеплановых. Люди стали чаще жаловаться в надзорный орган. Роспотребнадзор – один из немногих контролирующих органов, который систематически ведет разъяснительную работу для предпринимателей. Найти то разумное зерно, которое бы повлияло на превентивные меры, на предупреждение нарушений как законодательства, а в конечном итоге это улучшило бы потребление, улучшило бы на нашем рынке качество продукции, качество услуги. Вот это наша основная цель. Это очень важный момент, когда взаимодействие органов власти и предпринимателей налаживается. То есть, когда мы слышим и видим друг друга, когда мы понимаем друг друга. Вот именно задача не наказать, не выставить штрафы, а объяснить. Потому что основная задача контролирующих органов, это, собственно говоря, не допускать ошибок.